Из всего, что я видел в битвах Фронтира, пилот — это высший хищник. Быстрый и ловкий, полный грации и разрушающей силы. Проницательный, находчивый, неумолимый. Пилот видит мир иначе. Отвесные стены становятся доступными путями. Пилот сражается иначе. Владея обманными маневрами, он способен переломить ход даже самый неравный. Но что действительно отличает пилота от пехоты и техники на поле боя, это связь между ним и Титаном. Годами АМС разоряла и опустошала наши земли, загрязняла и уничтожала наши планеты, убивая нас за попытки сопротивления. Несмотря на недавние победы на Диметрии и за ее пределами, до победы над АМС нам еще далеко. Я, стрелок ополчения, сражаюсь за свободу Фронтира. Впереди долгий путь, прежде чем я стану пилотом. Но когда этот день настанет,